Eu am pășit pe 80-a desiatcă, dar așa blestemății ca în Republica Moldova, porcării și fără de legi, încă nu am întâlnit. Jos alianța, fără nicio vorbă. Я считаю, что власть должна принадлежать народу, нашему народу, трудолюбивому, который любит землю, свою страну. А не эти три волка там, Лопу, Гимпу, Филат, переодеты. Эти три волка переодеты в овечью шкуру. 600 пенсий, хочешь строишь? Тяжело очень, очень тяжело. Они сломаться руку с детским тренинским, прыгаем кассы, напрям в фальшмоку, принес пенсию, удал вот эти капелями. Крил тренинс, но сидит какой-то, кум-то тренинс. Только в нищету загоняют, в беду. Люди плачут, умирают от голода, от холода. Нам приходится уезжать и оставлять своих детей. Спиталуру ленькеди, школе ленькеди, делу кру луминарий. Все подорожало. Газ 6 лей за куб. Sunt oameni săraci, care n-au și mâncat. Ne-am săturat de minciuni. Practic, numai minciuni, absolut nimic, nici o mișcare din tot ce își spune, nu se realizează. Это же враги народа. Все превратилось в какой-то театр. A intrat în criză вообще cu totul. Это конец всему, Молдове конец. Вот наши родители. Все вышли сегодня, наши друзья. Фура стыкашин, дрята за лумен статуешься. Помимо всего прочего, живут по принципу. Ломать, крушить и рвать на части. Вот это жизнь, вот это счастье. Мы на этой неделе уже превалили цифру 600 собраний по всей стране, на которых были приняты декларации о неповиновении центральной власти, на которых приняты декларации о том, чтобы эта власть как можно быстрее оставила страну и ее народ в покое.